Добрый день! Сегодня мы расскажем о новом реализованном проекте электролаборатории Angstrem. Думаю, вы сразу заметили ее отличие от всех предыдущих. Во-первых, она не установлена на автомобильной шасси, а во-вторых, Kung намного меньше по сравнению с теми, которые мы показывали в предыдущих роликах. Хотите узнать почему? Заказчик этой ЭТЛ имеет собственное транспортное средство. Это автомобиль марки Isuzu. Kung сделан такого размера, чтобы его можно было легко установить на автомобиль, имеющийся у клиента. Заказчик этой электролаборатории занимается обеспечением электроэнергии жилых районов и значимых объектов города Ташкента. То есть ЭТЛ предстоит отправиться в Узбекистан. В данном случае отсутствие шасси позволит существенно сэкономить средства на отправке автомобиля через границу и упростит оформление документов. Такой вариант приобретения электролаборатории имеет важные преимущества для организации заказчиков из других стран. Ну а завод Angstrem с готовностью возьмется за реализацию подобных проектов. Ну а теперь давайте рассмотрим лабораторию подробнее. Перед нами универсальная электролаборатория, с помощью которой будут проводить диагностику и испытания кабельных линий до 10 кВ, а также испытания подстанций до 10 кВ. Для этого в ЭТЛ установлено все необходимое оборудование. Трехступенчатый ударный генератор с напряжением до 36 кВ и максимальной запасенной энергией до 2600 джоулей. Испытательный комплекс, позволяющий проводить испытания переменным напряжением до 50 кВ и постоянным напряжением до 70 кВ. А также однофазная система высоковольтной коммутации. Кузов лаборатории состоит из двух отсеков – отсека оператора и высоковольтного отсека. Они разделены пультом управления и перегородкой из прозрачного диэлектрического материала. Как вы могли заметить, в данной электролаборатории отсутствует дверь между отсеками. Из-за размеров Kung ее установить просто не удастся. Но на самом деле дверь и не требуется, ведь все процессы автоматизированы и управление испытаниями производится через компьютер. Это был обзор цифровой электролаборатории Angstrem. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А также не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.